субботу в Самарской области малооблачно, без осадков. Днем 0-2 градуса, ночью -2-4. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. Днем -1 градус, в темное время суток -2. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность. Днем -1 градус, ночью -2, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем -1, ночью 2 ниже 0, юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.